Всем привет, с вами Прия. Прошло всего лишь 10 часов после старта обновления 8.2, и я уже готов предложить вам весьма хороший вариант азеритовых эссенций для воина защиты. Собственно, исследовав абсолютно все, их э, не так много. Изучение началось еще на ПТР, там половина текста было в английском, и было что-то извлечь, конечно, неудобно. Для понимания были тяжелы некоторые эссенции, но в текущий момент все на русском языке, все приятно можно прочитать и изучить. Собственно, поговорим о самых полезных эссенциях. Их три. Ну, собственно, те, которые, конечно, мы будем вставлять на получается самом начальном левеле, на 55 и на 65. пятом. Те апгрейды, которые нам даются на 62, втором, на пятьдесят седьмом, на пятьдесят втором и на шестьдесят седьмом это всего лишь три выносливости. Это не так много, но в принципе тоже немало. Так вот, в текущем списке рейтинге будет три главных эссенции, которые мы вставим, пять средних, которые, в принципе, вариативны, и, быть может, кто-то сочтет их полезными для себя в какой-либо ситуации, на то они, в принципе, ситуативные. Ну, а также есть три эссенции, которые вообще, в принципе, ну, такие себе, быть может, для ПВП быть может для кого то фарма, но в них тоже есть некоторая полезность, но ее очень мало, но стоит о них поговорить тоже чуть-чуть. Итак, начнем. Три эссенции, которые нас очень интересуют в специализации защита, это ведение совершенства. Работа с аватарой весьма интересная вещица. Собственно, на первом ранге мы получаем активацию эффекта аватары. Ну а пассивный эффект таков, что мы уменьшаем время восстановления способности аватара на 15%. С каждым ростом азиавитовых эссенций растет процент, растет шанс прока, возможно. Также усиливается как мощная способность, так и малая способность, которая написана сверху и снизу. По итогу разблокируются какие-то там вторичные статы, третичные статы, и мы уже будем говорить о тех эссенциях, которые Большого ранга. Вот так вот. Введение совершенства прекрасная эссенция, которая позволяет нам заиметь шанс на активацию нашего бурста основного аватары на 7 секунд в будущем то есть на 35% от базовой продолжительности при самом высоком ранге. Также на каком-то среднем ранге, втором или третьем мы двум союзникам будем бафать скорость в момент прока. То есть мало того, что мы на себя вешаем аватару на короткое время, так еще и союзникам мы бафаем скорость. Это весьма полезно. То есть в рейде может не так сильно, как, например, в каком-нибудь миф плюсе, ну, весьма полезно. Скорость многим классам сейчас нужна, и это чуть ли не первостепенная стата при сборке каких-то без листов и всего такого прочего. Незначительная малая способность тоже сильна. Она сокращает нам и так короткое время аватары, то есть сколько там оно у нас идет? А, минута 30. Также с талантом управления гневом это еще меньше. А пассивный талант еще сокращает. То есть ну, очень можно часто аватару будет делать. Ну и по итогу мы еще будем в будущем универсальность получать в момент прока. Мы будем исцеляться на 5% от максимального запаса, максимального здоровья нашего при активации аватары. Ну и также что мы знаем про аватару так это то, что оплот мощи немножко с ней синергирует. А будет ли синергировать в момент прока? Вопрос хороший. Как говорится, поживем, увидим. Сущность это будет не скоро, так как она дропается с операцией Мехагон с короля Мехагона. Собственно, это ласт в подземелье. Подземелье еще не открыто. Откроется, скорее всего, к моменту выхода рейда, то есть к 10 июля. Может быть, раньше, хотелось бы, если честно. Ну и по итогу не скоро еще эта эссенция будет, так что потестить ее, увы, в текущий момент нельзя Переходим дальше Следующая эссенция это воспоминания о снах наяву Та эссенция, которая у нас уже в принципе есть И те, кто прошел цепочку Нажатара, самую начальную, ее уже заимел Очень хорошая, интересная эссенция, которая позволяет накапливать ярость Собственно, эссенция, которая увеличивает скорость накопления ресурса, ярости конкретно, на 100%. Время действия написано, ну и также пассивная ее способность. Поговорим более подробно. На высоком ранге при использовании этой эссенции данная эссенция будет удваивать нашу генерацию ярости на целых 15 секунд. Это лучше, чем 12, само собой, на самых начальных рангах. Получение ярости относится абсолютно ко всем источникам генерации ярости. То есть это автоатаки, это входящие по нам автоатаки от мобов, это какая-либо ярость из способностей. То есть, к примеру, при действии этой эссенции, использовав аватару, мы получим уже не 20 ярости, а удвоенное ее количество, то есть 40. А это достойно. Ничего себе, 40 ярости просто за нажатие двух кнопок юза-эссенции и юза-аватары. Вы вдумаетесь в это. А что мы с этого получаем? Да мы, в общем-то, увеличиваем себе общую генерацию ярости, тем самым позволяя больше забои сделать стойкости к боли, реваншей, то есть дпс кнопки реванш можно поюзать более чаще, стойкость к боли можно поюзать э, чуточку чаще. Это весьма неплохо, это дополнительная вживаемость, либо дополнительный демидж. Мы сами распределяем свою ярость, с целью того, чтобы извлечь из нее что-то полезное. Малая способность, она тоже сильна. Мы возвращаем 50% от стоимости расходуемой ярости. При этом мы еще исцеляемся. При этом мы получаем универсальность. Вот так вот. Это весьма интересно. А что еще интересно? Так это то, что основной трейд действует на малый. То есть, по итогу, мы в момент использования большого трейта, основного, на этой эссенции, будем получать не 50% возвращенной ярости от использования способностей с некоторой вероятностью, а 100%. То есть 50 умножить на 2 — это 100. Ну, quick maths, простая математика, вот и все. Третьей эссенции хочется выделить резонанс крови мира. Его механика строится вокруг осколков жизни, которые дают приличное количество силы, пока мы находимся в радиусе 12 метров от них. Мы можем извлечь 4 осколка за раз на максимальном уровне данной эссенции. Главная сила этой сущности не особо эффективна, конечно, но так немножко все-таки сильна. То есть повышение основного стата это вполне неплохо в текущий момент. Мы больше дамагаем. Насколько я правильно помню, от силы у нас повышается парирование, и это, в принципе, может нас спасти в какой-то ситуации, так что почему бы и нет. Ну и масштабирование идет различное также от силы. Ну а малая его способность, малая сила этой эссенции позволяет периодически вырываться эти осколки из земли что, в принципе, вполне неплохо. Ну, также мы немножко еще и союзников своих бафаем от этих осколков. Хорошая эссенция, я считаю, если всеми тремя ими снабдиться, то это будет реально хорошо. По-моему, с крови мира можно в текущий момент добыть. Ну, нужно изучить это более подробнее. В текущий момент пока что один слот для эссенций, и особо напрягаться не стоит. Это уже к моменту выхода рейда стоит немножко напрячься с выбором эссенций и всего такого прочего. Перейдем к ситуационным сущностям. Их пять, как уже было сказано ранее. То есть вы можете их использовать на свой вкус и цвет. Вы можете использовать их в PvE, вы можете использовать их в PvP, вы можете использовать их для мифик плюсов, и вы можете использовать их, если считаете нужными. То есть все на ваше усмотрение, абсолютно. Первая такая эссенция это дар жизни азерот. Что мы получаем? Мы получаем значительное уменьшение урона при весьма короткой перезарядке. То есть, почему бы и нет? Дополнительный сейф может нам когда-то пригодиться на какое-то сражение, в котором мы будем получать очень часто большое количество урона, какой-то стак копья или что-то типа такого. Также малая способность весьма хороша, огромное усиление брони. Это очень достойно. То есть на первом ранге 7000 брони. А что будет дальше? Дальше будет больше, конечно. Ну и с этого мы увеличиваем свою выживаемость. То есть тем самым сейви себя. И если по нам бьют физой, то мы в принципе не умрем. 7000 брони. При текущей броне, к примеру, всего лишь 12000. Это сильно. Суммарно 19, почти 20. То есть шмот еще расти будет. Это факт. Ну, это классно. Хорошее число выйдет, меняет радует. Вторая эссенция это сущность жизни и смерти. Весьма интересная эссенция, которая требует особого рассмотрения, скажем так. Суть действия проста: мы наносим 10% от своего максимального хп урона от огня всем находящимся рядом противникам. И при использовании мы лечим 10% от максимального запаса здоровья за каждого пораженного противника, вплоть до 50. То есть, математически рассчитав, нам нужно всего лишь в одного хотя бы противника заюзать, чтобы в теории выйти в ноль. Просто-напросто. Вот и все. А малая способность, ну, такая себе, она не особо заслуживает внимания. Быть может, ну, для каких-то мифик-плюсов, что-нибудь такое для относительно несложных рейдов. То есть это просто увеличение максимального запаса здоровья, который суммируется. Ничего такого серьезного особо. Ну, подумаешь, на 30 тысяч хп у тебя больше. И что, быть банкой с хп не особо круто. Третья сущность — это нейтрализующая динамо. Весьма интересная сущность, но все же недостаточно сильная. Дает магический поглощающий щит. Также рассеивает все вредоносные эффекты на нас в тот момент, когда мы используем данную сущность. Щиток весьма полезен для магического урона. Окей, рассеивание весьма мощно. Малая сила дает пассивный щит для поглощения магии, который весьма может быть ценным в боях, где наносится существенный магический урон. Взять эту сущность имеет лишь только смысл там, где требуется личное рассеивание, где, к примеру, до нас не может дотянуться хил, или, к примеру, где хил не успевает нас диспелить, или просто-напросто не задумается. Быть может, в мифик плюсах с рандомами это будет самая лучшая эссенция. Поживем, увидим. Что-то насчет нее в текущий момент говорить сложно. Но то, что она поглощает магический урон, это весьма интересно. Если будет много боссов с магическим уроном, почему бы и нет? Ее можно взять для себя. Сфера подавления — это чистая эссенция с целью того, чтобы обеспечить себе мувспид и замедлить мобов. Быть может, на каком-то некротическом модификаторе эта эссенция заиграет. Суть проста. Мы замедляем скорость передвижения ближайших врагов, а также уменьшаем их скорость атаки. анти скажем так. Ну, для мобов. Весьма интересно, кстати. А также, если мы поражаем замедленного врага, то мы получаем небольшую скорость передвижения от uh, малой способности, ну, которая действует пассивно. Все они малые способности абсолютно действуют пассивно, то есть никак от нашего участия не зависят. Вот. И, собственно, она является ну, такой более слабой версией основного того мгновенного действия мощной способности. И да, хоть она и оптимальна в мифик плюсах, но в какой-то ситуации может реально пригодиться. Лишь только тогда, когда нам нужно атаковать врагов, не получая дамаг, или нам просто нужно уйти от врагов. Ну, к примеру, сбросить некротик, как я уже сказал ранее. Раскаленный тигель – это самая первая сущность, которая стала нам доступна. Весьма интересная в своем использовании, имеет хороший рейндж, имеет маленькое КД, но сама по себе способность реально слабенькая. Ну, что такое 10 тысяч дэмэджа? Это мало. Вот. Собственно, это атака для одной цели, которая усиливается, 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 потом сбрасывается после трех использований может быть использована для исцеления себя, союзников, но она не излечивает достаточно, чтобы быть полезной для таргет-цели. Малая ее способность имеет небольшой суммирующийся дот, который наносит небольшой урон, но его недостаточно, чтобы считаться сильным самим по себе. Собственно, пассивка хорошая для ДПС с одной целью, может быть, где-то как-то заиграет и, быть может, где-то как-то будет еще хороша. Но, как говорится, поживем, увидим. Ну и перешли мы к самому завершению, к бесполезным сущностям. На мой взгляд, бесполезным, быть может, вы где-то найдете в них толк, но если они заиграют в ПВЕ, я просто не знаю, тогда этот мир, наверное, перевернется. Хотя, быть может, на какую-то роль третьего танка, какую-то когда-то эти реликвии заиграют. Так вот, первая эссенция — это эгида глубин. Такая себе, конечно, эссенция, но все-таки поговорим о ней. Дает снижение урона при входящих атаках. И как я говорил ранее: в принципе, абсолютно все, вот это какое-то снижение урона от каждой атаки оно слабее, чем процентное снижение демеджа То есть, либо мы срезаем от каждой атаки 5000 урона, либо мы срезаем. 5%. Ну, если это атака на 100 тысяч, это одинаково. А если это атака на 101 тысячу, то уже разница есть. Математически посчитав, она уже будет. А при танковании любая цифра хп в принципе важна. Стоит это помнить. Так вот, эта сущность довольно слаба по сравнению с ее какими-либо альтернативами, те, которые мы рассматривали ранее. Да, она незначительно дает универсальность основывается на том, сколько врагов у нас находится поблизости. Это может быть полезно в подземельях, где много мобов. Все. Хорошая малая способность, э говно основное. Вот и все просто. Если основная способность была бы лучше, процентное снижение, например, эссенция заиграла бы. Возможно, даже вместо, не знаю резонанса, например. Ну, а так, увы. Инактивная просто-напросто эссенция. Раздор и противостояние. Еще одна эссенция, которая требует рассмотрения. Полностью бесполезна. Она предоставляет нам ПВП талант. Громовой раскат. Зачем он нам? Ну, я даже не знаю. Может, вы где-то найдете ему применение. Я не вижу в текущий момент вообще никакого применения. Мы получаем PVP-талант в PVE-контенте в открытом мире без включенного режима войны. Интересно. То есть мы пришли в рейд, у нас работает PVP-талант. Мы бегаем в открытом мире без включенного режима войны. Мы также получаем PVP-талант. Интересно. Если у нас нет ситуации, где нужно рудить мобов, сущность вообще не имеет смысла а малая ее способность имеет лишь некий шанс наложить положительный эффект универсальности. У нас и так есть аналоги, которые накладывают на нас универсальность. Куда ее еще накапливать? Зачем? Пространственная рябь — это последняя эссенция, которую стоит рассмотреть. Также бесполезна, как и эгида, как и раздор. Собственно, она позволяет нам телепортироваться в какое-то местоположение через короткий промежуток времени. Да, это может быть полезно в пвп Да, это может быть полезно на каком-то рейдовом боссе, где нам нужно телепортироваться, где нам нужно отпрыгнуть из милизоны, например. Вспоминаю гробницу Саргераса, Аватару, то есть там нужно было выйти из милизоны, ну, как вариант, ну, либо сейвы зажать по-разному, то есть кто как делал. Вот, а малая сила разгоняет немножко нашу силу, Разгоняет маленько, насколько я правильно помню, мувспид. Ну, в мифик плюсах, может быть, это будет полезно, но сама по себе сущность не очень. Собственно, поговорили об абсолютно всех сущностях. На самом деле это достаточно коротко, я мог бы намного больше об этом говорить, я мог бы намного больше личных каких-либо мнений положить а, в это видео. Но пока что ограничимся этим, потому что эссенции надо тестить, эссенции надо смотреть, и как-то хотя бы переварить их, и как-то хотя бы надо дропнуть их для начала. А некоторые просто-напросто недоступны. Либо из-за того, что нек маленький, либо из-за того, что репы мало. Ну, новые фракции вышли, типа, откуда репутацию ты возьмешь. И либо, ну, просто контент не открылся. Вот и все. К примеру, я бы с радостью сейчас введение совершенства отдел а не могу. Инст просто-напросто выключен. То есть я захожу в инст, мне говорят, нет, нет, не иди туда, нельзя, не открыто, а я хочу. А говорят, нет, нельзя. Ну ладно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте про ссылочки в описании. Берегите ноги. До скорого.